Всем здарова, ребят! Добро пожаловать на прохождение Войны за кольцо. Вот вам красивый котик. У меня, к сожалению, запись похерилась. Я не могу ее откатить, потому что я сохранился. Я прошел эту территорию. Ну, в принципе, наверное, вы ничего не потеряли. Это было легко. Я застроил бараки вышками, пережил волну Шарку. А потом просто пошел и снес бота. Он не успел крепость построить. Точнее, он ее строил, но... Пока он ее строил, я снес ему бараки. И в итоге у него ничего не осталось. И потом крепу пронес. Вот. Где-то за 7 минут. Так что, в принципе, ничего страшного. Наверное. Но вот сейчас полная жопа. Во-первых, мне сказали, что если я теряю начальную территорию, я теряю игру. Мы можем проэкспериментировать. Потом запись загрузить. Если, конечно, Халдер сюда пойдет. Ну и я никуда не могу двинуться. Я думаю, что самый лучший вариант для меня — это попытаться дедом отхватить вот эту территорию. Потом пойти на Минхириад. Боромир так и будет здесь стоять. При условии, что он сможет удержать Ривенделл. И когда это случится, то есть эта территория перекроет вход ко мне, Арагорн без нифига, по идее, будет бегать и отбивать все, что там боты успеют захватить. Но только при условии, что Халдер сейчас мне не испортит игру. Давайте реально вот... О, да, он пошел туда. Поступим следующим образом. Расчет итогов... Неважно, я и так знаю, что это поражение. Почему я перестал выговаривать букву R? Поражение. Поражение. Да. Нормально. Сюда тоже. Интересно, а здесь мне победу дадут? Здесь-то я изи выиграю. Нет. Ну ладно, игра не верит в меня. Хорошо. И что из этого? Нет, ну понятно. Короче, советчики, как всегда, напиздели в комментариях. Лады, значит, норм, можно играть дальше. Это будет супер тяжело, но можно. Значит, что мы делаем? Сюда напала целая куча ботов. Каковы шансы, что я одним Гэндальфом задефаюсь? Что дать эту? Да, дайте подумать, что страшнее для меня. Допустим, если я эту отдаю, то этот отрядик я перекину Арагорну. Эту территорию он нормально держит. Она такая приятная. Здесь нифига не приятная. Здесь боль. Но если сюда орда нападет, то, наверное, и здесь я проиграю. Ривенделл. Вот бы, если бы у меня было больше войск, чтобы я их просто здесь оставил и отбивался бы от этих бичей. Пошел бы сюда и перекрыл бы отсюда. Хотя Минхириад кость в горле. Ну ладно, давайте тогда. Ну можно пробнуть Шир. Ладно, я оставлю его. Можно попробовать такой вариант. Ботов очень много. Места для всех нет. Логично. Сначала сюда пойдем. Можно надеяться на то, что боты рабочих ко мне поведут. Эти рабочие умрут. У Гэндальфа вроде лидерка должна быть. За работу. Так, давайте. Пофиг, что брать. Короче, я еду крысить. Не влезет.
Здесь строить нельзя. Бараки поставлю. Они крепкие. Есть, чем мы победим. Победа ждет нас. Гоблины! Прохерим! Этот день запомнят надолго. Садники Рохана! Скорее! Скачите быстрее, лепчи! Прохерим! Они ударили первыми! Враги окопались на наших землях. Страшитесь тьмы! Вперед! Казармы построены! Убивайте! Они склонятся перед нами. Хорошо. Пошли! Туда! Победа ждет нас! Нам сюда. Прожмем Глориус. Чтоб дольше жить. Где будем строить инструменты? Так, осталось найти одного рабочего. Ну, короче, эта карта изи. Крысятническая тактика с конницей работает как часы. Швейцарские. Хотя лордс мне один отряд убил. Грустно. Так, левел 9 прокачан. Опыта, я так понимаю, нифига не зальет. Ноль вообще. Круто, спасибо. Полезная обилка. А где же рабочий? Давайте попытаемся качнуть этим ребятам второй левел. Такое себе. Скачите! Пробил час славы! Этот день запомнит надолго! Рано или поздно он должен вернуться, чтобы построить бараки. Зачем я время теряю? Грейд сделаем. Вроде огненные стрелы остались, а значит и остальные можно получить. Так, ладно, ты будешь патрулировать вот эту точку. Вы будете качаться. Вы захватите сигналку. Вы проверите эту точку и поедете сюда. Так, захватываем. Мало денег остается. Хотя бы броню сделаю. О, вот он. Постройка наша. Третий, третий, отлично. Ну, даже какая-то польза от того, что рабочий. Затупил. Нет, нет, нет. Смотрим, где он, но ничего не делаем. Нам нужно апгрейд брони. Можно понаглеть и... Блин, ладно, я думаю, что это оправдано, учитывая, как я потею. Давайте клинки еще сделаем. Так, нужно защитить его. Давайте убьем варгов. Я запомнил примерно, в какую он там сторону поехал, так что найти его будет не проблемой. Мы победим! Испортите коня!
нам нужно 1600. На трех фермах вроде должно быстро набираться. Или нет? Бедный рабочий, какой же БМ? Что он будет делать дальше? Везде эти мерзкие рахирим не дают строить здания. Так, 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 так. Все любопытнее и любопытнее. Давай, давай, бот, бот, прояви смекалку. В другую сторону беги. Тебе же много денег, я уверен. О, о. Так, один остался. Каев. Нет. Вот это вот не надо. Вот это вот. Что делает? Барак. Тихо. Мужайтесь. Все. Вот теперь. Извини, братан, но твое время пришло. Или не пришло. Блин, даже с грейдом клинков они в ближнем бою быстро не могут его убить. Нет, в смысле? Это что сейчас, шутка была? Я же двух убил. Он что, барак где-то успел поставить? Блин, ну тогда бы войска на меня нападали. Я же не сломал бота. Изенгард играет. А, хорошо. Я, видимо, немножечко сломал бота, поранил. Так, теперь сделаем такой вариант. Сохранимся, но оставим предыдущую запись на случай, если Гэндальф это будет ошибка. Ну, это, скорее всего, ошибка, но... Как бы Гэндальфа терять не очень хочется. Ой, 6 ботов, ёб твою мать. И здесь тоже ситуация какая-то донная. Не, давайте Ривенделл, наверное. Для начала. Как минимум, смена обстановочки. И хочется посмотреть, как они будут бороться против всех этих ботов. Мои два отряда рейнджеров. Люди Гондора! Что строим? Много работы! Здесь же нет грейдов. Так что вышка бесполезная. Залезем сюда. Попытаемся отжать это. Застроечку какую-нибудь. Надеюсь, отсюда не будут доставать. Ну и, короче, план таков, то что накопить кучу всего. Тут, в принципе, одна линия, так что в плане скилла не должно быть сложно дефаться. Только вот в плане количества войск у бота, вот это меня напрягает. Ну, посмотрим. У нас есть одна тревожная кнопка, и еще одна скоро откатится, надеюсь. Лишь бы они сюда не нападали, тогда будет прям совсем отстой. Так, этот парень пусть здесь еще что-нибудь построит. Захватили, хорошо, фармера запихнем в башню. Выиграем себе немного времени. Так, здесь поставим стрельбище. Подальше, потому что в случае, если придется отступать, хотя бы будет куда отступать.
Так, там Саракет уже построился. О, так. Бот отдает одного рабочего. Это хорошо. Крепко стоит. Вот бы еще одного убить. По всей видимости, он пока не готов расстаться со вторым. Что строим? Ну ладно. Готово. Что если поставить конюшню? Мы победим в этой войне. Может, эти вышки нам позволят зачизить? Мы еще можем построить две своих вот здесь. Ну типа, или здесь и здесь. Таверны тут нет, к сожалению. Что будем делать? Мы подготовимся к войне. Походу их здесь надо будет ставить. Дополнительная линия защиты. Вы слышите что-нибудь? А есть у меня прокачанные? Есть. Хорлы. Внимание! Я поведу вас в бой. Пройдите зря. Да, герои долго не проживут, так что я и пытаться не буду их спасать. Лишь бы это отбить. Я еще и не отобью эту атаку. Блин, дерьмо. Ну ладно, отбил, но большими потерями. Что? Не-не-не-не-не-не. Так какого? Убей. Ой, какое дерьмо. Походу, здесь нужно вышки сразу ставить. Да, эти не вытаскивают. Ну, блин. Это духота какая-то. О, убили наконец-то. Черт. Нет, ладно. Гимли все руинит. Я понял. Значит, мы потащим. Ставим две фермы. Ставим стрельбище и вышку. Третью. По идее, должно быть норм. Если, конечно, успею. Мне хватает предела населения, я как бы фермы вообще могу не строить, но у меня никакого инкома нет абсолютно. И это вот больше всего напрягает. Поэтому я думаю, хотя бы две фермы нужны. А там уже будет видно. Не давайте врагу подойти близко. Фару отправлю на захват. Я поведу вас в бой. Во славу Гондора. Может, вышку загрейдить, но тогда еще меньше денег будет. Вот сюда. Ну. Следопытец, вы слышите что-нибудь? Честь и слава. Много работы. Пора строить. Гондор должен выстоять. Сюда не лезем. Может, я фармер получит возможность больше опыта получить. Постройка наша, мы уже в пути. Масло масляное получилось, но неважно. Покажем, чего мы стоим. Я поеду со своими рыцарями. Кстати, на ранних стадиях игры фармер очень даже неплох. Быстро выкашивает врагов. Ставлю ферму. Надеюсь, я не ошибаюсь. Но это практически достроено. Все равно я два отряда не успею построить. Так что этот рабочий поставит новую. О, двух рабов отдали. Кайфово. Готово. На работу. Мы улучшим.
К сожалению, это не означает поражение Изенгарда. Но если я каким-то чудом карту смогу открыть, может, крепость построю, то можно на что-то надеяться. Хилки еще нету. Грязные чудовища. Кондор должен выстоять. Нифига еще нету. Атакуйте! Нет. Ай, что же делать? Разведчики Гондора! На работу! Это враги! Внимание! Блин, чертов Гимли! Что же мне сделать? Это тоже не катит. Совсем не катит. Хорошо. План Б. Отвлечение. Если чисто урон кучи лучников не убивает Гимли, даже здесь гномы говно, то попробуем его отвлечь пихтурой. Надо статую построить. Может, Боромир выживет хотя бы. В таком случае... Ставим, значит, два барака. Рабочий идет сюда, ставит статую. Второй рабочий продолжает строить эко. Вот так. И там сколько денег хватит, построим копейщиков, мечников. Там. Ну, копейщиков надо побольше, по идее. Потому что повозки, шарку, вот это все говно. И это надо убивать. Быстро убивать. Лучники не справляются с этим. Мы победим в этой войне. Бормир даст нам шанс. Какое-то время даст, я имею в виду. Может быть, за это время нужно зафокусить Гимли лучниками. А наша пехота, ну, будем надеяться, конечно же, справится с частью войск хотя бы. Блин, мне хватит еще на один заказ. Надо будет сначала ферм построить. Враги где-то рядом. Да, враги где-то рядом. Враги рядом. Кажется, на эту не достает. Но ничего не поделаешь. Мы защитим нашу землю. Ладно, я закажу. Уже идут. И буду копить на следующую ферму. И буду надеяться, что на двух фермах смогу прожить. Не давайте ему. Мы сокрушим врага. Это враги. Стражи Белой Башни. Я поведу вас к бою. Не давайте врагу подойти близко. Законно. Будьте настороже! Уничтожим зло! Защитим наши убивайте! Земли! Я встану на защиту Гондора! На работу! Враги наступают! Гондор должен выстоять! Надо двигаться вперед! Стражи цитадели! Тут какая-то хуйня началась, если честно. Совершенно по-другому бот сыграл.
Нет, печально. Вормер сдох, ну ладно. Это, в принципе, не страшно. Повозки я слил. Такое. Я же вроде кликал, чтобы они по Элронду стреляли, но они упорно отказываются это делать. Мы же хотим отступить, правда? Ладно, что-то не дамажит. Лады. Пусть тогда сражаются. Сейчас копья должны вроде затащить. Тут ставим стрельбище. Ай, там Гимли еще есть. Сын собаки. Бейте, пожалуйста. По всей видимости, обстрелы копейщиков особо не дамажат. Что? А, из инвиза эти черти стреляют. Черт. Походу, это не пройти. В этот раз, конечно, немного не так все получилось, как я думал, но... Блин, что я вообще мог по-другому сделать? Это враги! Я даже не знаю. Они атакуют лагерь! Этот черт просто слишком толстый. Но есть еще... Ладно, последний вариант. Последний... Ой, куда я нажал? Блин, если я не удержу Ривенделл, то можно сдаваться. Это тогда вообще последний ролик будет. Последний вариант, короче. Пробуем такое. Пихаем лучников в самые последние башни. Ставим барак и стрельбище. Затем ставим фермы. Не ставим статую, чтобы сэкономить время. Дальше. Так, здесь вот это все возьмем. А, надо было бомбадил. Ну, неважно. Он очень медленно откатывается. Как бы плевать на него. И даже чуть-чуть дальше, по идее. Чтобы они не мешали войскам выходить. Так, фармера сюда. Ладно, фармер справится потом. Чёртовы боты. Да нет! Сука, ну давайте без этого уже. Я тут пытаюсь жить. Вы руините все. Возьму вышку, может она быстрее кдэшиться будет. Пофиг, возьму вышку. Может отвлечет пару отрядов на себя, хоть какая-то польза будет. Так, еще раз. Это сюда, это сюда. Отлично. Что строим? Так, новый план. Сразу две фермы. Фармера сюда. Тут была верфь когда-то. Но это, видимо, только в таверне. Михаван пост. Ой, в таверне, в компании я имею в виду. Поблизости может быть враг. Осторожнее. Залезаем сюда. Этот здесь пусть стоит. Может, так даже лучше, чутка денег больше будет. Я сделаю все, что на самом деле намного больше денег будет. Пока я все это буду строить, деньги будут приносить. Фермы будут приносить бабло. Так-то всего этого же не было. У нас будет минимальное прикрытие, но зато мы будем строить рейнджеров сейчас. И здесь вышку. По сути, мне только один рабочий для этого нужен. Так что сразу его отправлю туда. А этот пусть работает.
И мне даже хватает на отряд рейнджеров, а значит, пока эта вышка построится, хватит на второй. Беда только в том, что я второй не успею построить просто до момента нападения ботов. Они уже едут. Я поеду верхом. Мы улучшили стрельбище. Ладно. Если этот вариант не зайдет, то я просто не знаю, что еще можно сделать тут. Но я знаю, что я мог бы сделать по-другому в компании. Я мог бы построить войска вначале. Я что-то не думал, что фермы не нужны будут. Это явная была ошибка. Но уже ничего не вернешь. Все накапливаем. Это будет наш самый лучший вариант обороны. С теми ресурсами и начальными войсками, которые есть тут, лучше просто невозможно сделать. Так, идут уже. Чуть-чуть отойду. Будьте настороже. Лишь бы он не прыгнул. О, да, мы его сейчас убьем всеми войсками. Замечательно. Еще одна сейчас умрет. Хорошо, стан не юзаем, хорошо. То, что надо, то, что надо. Эти заливают. Ставим ферму. И ферму номер два нужно. Даже повезло в этот раз, что они не все войска отправили. Нет Элронда с эльфами. С кучей причем эльфов. Отлично. 400. Ну, давайте. Апгрейд стрел огненных тоже важен очень. Идут уроки. Так, варгов мы легко должны принять. Кстати, да, вышка откатывается практически как обстрел. То, что надо. Вышку запихнуть сюда. Станчик. Это даже юзать не буду. В принципе, достаточно, думаю. Так, апгрейд стрел. Наконец-то ферму. Где ты там? Сюда иди. Должны же убить. Да. Хорошо. Я чуть даже приуныл. Хорошо, хорошо, все. Так. А, эти... Пардон. Перепутал. Сюда. Еще 300 монет копим. Еще это осталось. Отлично. Вышка, правда, почему-то не отвлекает на себя никого, но... Может, в будущем хоть кто-то туда полезет. Так, все. Теперь на некоторое время можно расслабиться, я надеюсь. И возвести экономику. Рыночек сразу же, все, что надо. Блин, мне нужен фонтан здесь. Прикрытие тоже надо побольше. Получается, Шарк не приедет. Крепости у бота нет. У Изенгарда. Только барак какой-то. По всей видимости, барак обычный. Не конюшни. Мы победим в этой войне. Будьте настороже. Но вот все остальные будут... Хотя нет, нет. Какой-то один, наверное, крепость только построил. О, вышка наконец-то сработала. Отлично. Это до сих пор мое.
Так, сюда еще две фермы запихнем. Да, вышка, конечно, соснула от отряда крестьян. Я немножко больше профита ожидал, ну ладно, видимо. Не судьба. Так, ждем как минимум до рыночка. Так, ну лучники, думаю, не помешают. Пока он там строится, как бы норм. Бабосы накапать успеют. Закину, чтобы лишние войска не терять. Также станчик. Хотя станчик откровенно уже лишний. Ну, пофиг. 700. Скидка какая-то огромная. О, здесь еще ферму можно построить. Замечательно. Теперь флаги, чтобы быстрее воскрешались. Берс побежала. Ну все, мы в принципе адекватно принимаем атаки. Теперь пытаемся подкопить пачку, которая сможет пробиться. Почему никто не достает до этих лучников? Пойдем немного. Зараза. А, нельзя все-таки строить. Ну ладно, не вопрос. Поставим пару вышек. А, вроде можно ремонтировать. Я думаю, что я там в норме. Но, по идее, нужно еще обдумать, как мы будем дефать мид. То есть, как минимум, нужно уделить этому какое-то время. А, я видел, я видел. Надо попытаться... Могу здесь это сделать? Нет. Ладно, давайте здесь. Попробую убить барак Изина. Короче, бота Изина убить, вот. Призыв закинул. Вдруг получится. Будет прикольно. Деньги ворует. Так, значит, эльф главный. Гном на подсосах. А где же... О, лучи гнома. Полезно. А где жизнь, я не понимаю. Не вижу его. Его нет, он в другой точке, что ли, построил? Он точно живой. Ну все, я тут все потерял. Ну хотя бы обзор получить. Плавильню вижу, вторую вижу. Вот барак. А, ну короче... Нифига. Задушить Изенгард не составит труда. Это радостно. Продолжаем штамповать войска. Я поведу вас в бой. Ну, можно еще здесь вышку построить, в принципе. Ремонт дешевый. Нормально. 5 вышек. Технически, конечно, 4. Думаю, этого достаточно будет. Эдранд побежал.
Следопыты! Нормально. Будьте настороже! Еще бы сделать броню. Охраняйте! Кондор должен быть тебе! Очень бы хотелось. А, это у него торнадо раньше, чем мировор появляется. Так, фармер. А, пусть стоит тоже. Дополнительная какая-то помощь. Так, все. Нифига. Так, в наглую приехали. Нифига, а чё так больно? Мы подготовимся к войне. Враги отступят! Убивайте мы войны! Победим в этой войне! Мы сокрушим врага! Будьте наготове! Пропущен. По идее. Хотя бы от Изина можно избавиться поначалу. Мы победим в этой войне. О, я знаю, что еще можно сделать. Можно фармером попытаться аванпост украсть. Как же она медленно строится. Нужно бараки потом загрейлить будет. Со мной. Сегодня мы покажем свою доблесть. Так. Да, пока у них затишье, если это можно назвать затишьем. Но мы хотя бы мост можем перейти. Я передумал. Сюда. Лучше я рабочих притащу. Блять. Ладно, уже поздно. Вилку закину. Ай. Ясно. Хитрый план не сработал. Немного. Чем они вообще его сносят, я понять не могу. Успеваю, нифига ж себе. Катапульты пошли. О, нет. Фармера конного надо будет сюда пригнать. Я сюда точку сбора поставлю. Блин, быстрее бы залезть. Нападайте на строителя, пожалуйста. Да ну вы шутите. Ой, как же быстро все обосралось. Нет. Бегите. Минус рабочие. Ладно. Блин, катапульты это полный кал. Закажу рабочих заранее. Надо бы от них избавиться. Ой, да, еще эта срань едет по головам моих пацанчиков. Хорошо, что отсюда не вытаскивал рейнджеров хотя бы. Охраняйте! Уничтожим! Атакуйте! Враги! 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 Враги!
Так, каты надо снести. Это не ремонтировалось, к сожалению. Снес кату вроде, да? Давайте вторую. Не нужно застревать, ребят, не нужно застревать. Хорошо. Раскошелимся. Блин, открытый барак Изина не мог снести. О, эти челы быстро сносят, реально. Есть. Изин проиграл. Хорошо, хотя бы так. Что это? А, это призывные. Идти тоже с грейдами. Лады. Конницу и трибушеты. Потому что я в отчаянии. Давайте вышку поставим. Это ж все до поры до времени. Как только он построит новые катапульты, у меня вновь возникнут проблемы. Кстати, Боромира. Но зато радует одно. Денег много. Денег прям очень приятно капает. Никаких аванпостов нет. Все свое. Натуральное. Снова этот черт пришел. Бейте его быстрее. Блин, тупая птица. Нет. Фоксите, пожалуйста, быстрее. Я же нажал. А, нет, все равно. Ах. Минус. Ладно. Придется вышку поставить вторую. Ну ладно, ничего страшного, пожалуй. Я не сделал броню, да? Закажу. Как же душат. И почему я не строю вышку? Прикольно, они настолько тупые. Бегут на смерть. Так, всадников. А, ну да, всадников вообще-то в первую очередь надо. Назад. Еще трибушеты пока не делаем, потому что немного бабла не хватает. Этот чел будет со всадниками рассекать. Короче, новый план. Нужно убить гнома. Вот такой план. Для этого мы строим три отряда Рахири и делаем им все апгрейды. Предела уже маловато, но надеюсь, на три отряда хватит. А я в вышках, мне насрать на твой страх. Боромера сюда. Вот я немного не к месту уже. А, можно продать. Ну, посмотрим, если надо будет. Продам. Мы отвоюем эти земли. Три отряда. По 80. Да, как раз то, что нужно. Это все сделал. Может, я даже смогу зафармить фармеру 5 левел. Мне, конечно, даст бесполезную обилку на заливку XP, но все равно приятно. Когда-нибудь у него лидерка появится. Есть одна проблема, кстати. У бота все еще есть рабочий номер 2. То есть первый рейд должен убить рабочего, скорее всего. А второй рейд уже должен покончить с гномом. Но это все в теории, если прям идеально будет. Да, давайте я их продам. И заранее себе закажу несколько рахирим.
Все готово. Поехали. А, отмена, отмена планов. Катапульты. Что? Нет. Шлюха пришла. Шаболда. Ай, новый план, новый план. Быстро падаем на колени и сосем. Ну, блядь, голум. Зачем я голума поставил? Почему бот не такой благородный, как я? Не юзай голума, тварь. Это снес. Рот. Они сносят, конечно, но... Ну этот... Ну типа, ну... Это нечестно! Но я сам в этом виноват, и из-за этого еще обиднее. Какая же ты тварь. Ну все снесла. Блин, она так быстро здание сносит. Ну, справедливости ради, лучники ее практически снесли. Если бы была еще одна вышка с лучниками, то, наверное, бы успели бы ее снести, хоть и с потерями. Но, с другой стороны, если бы у меня еще одна вышка была с лучниками, то чем бы я вообще нападал на бота? Ай, зараза. Ладно, в таком случае я признаю свою двойную ошибку. Это то, что я не ставил казармы на первой территории. И то, что я поставил кольцо. В таком случае, это последний ролик по прохождению войны за кольцо за Гондор. Если вам нравится эта рубрика, пишите в комментариях ваше предложение, за какую фракцию мне играть снова. Может быть, за Гондор тоже. Вот. Я начну уже по-правильному, чтобы не так сильно страдать. Спасибо всем, кто смотрел. Большое спасибо всем, кто стал моим спонсором. В описании ролика куча всего интересного. Загляните туда. Чао. Какао.